Привет, дорогие зрители! Я нахожусь сейчас в одном из люксовых проектов района Махмуд-Лад. Проект называется Джебеджи Тауэрс. Первая береговая линия. Проект почти сдан. Сейчас продается 1 плюс 1 за очень хорошую цену. Термопакет окна. Стройматериалы одни из качественных на этом рынке. Кондиционеры вся фирма Mitsubishi. Квартира продается без бытовой техники, только кондиционеры поставлены. Все с доводчиками. Хочу показать, что еще будет. Да. Так. Теплый пол в санузле. Как освещение куда прилепили. Вытяжку тоже поставили. Так. Здесь у нас встроенный шкаф глубокий. Квартира где-то на среднем этаже, невысокий этаж. Высокие потолки. С квартиры, с балкона именно есть вид на горы, на всю территорию, бассейн, зеленую территорию этого комплекса. Есть теннисный корт, который я вам сейчас покажу. Также с балкона есть вид на море. Квадратных метров в этой квартире где-то у нас 45-43 полезная площадь, дорогие зрители. Два лифта. Вот такой у нас. Вот есть крытая парковка. Огромная. Где будет свободно, там можете оставить свою машину. Вышел я на территорию. Бассейн у нас позади остался. Здесь подземный переход к морю. Есть зона отдыха, беседка. Вот такой люкс-проект. Многие про этот проект все знают. Вот. Там огромная территория. Сейчас тоже покажу. Подземный переход к морю. Ну, детская игровая площадка. Огромный открытый бассейн. Тут пока закрыли. Вот прямо к морю. Подземный переход. А, есть. Ну, если я потом зайти смогу. Вот там пляж видно сразу. Зайти не смогу обратно. Тут рядом речка, парк. Вот протекает речка рядом. Здесь что-то должны были сделать. Посмотрим. Это зона отдыха. Айдар здесь где-то будет 80-100 евро, как мне сказали. Очень хорошая локация. Ну, здесь отдельный вход. Тут что-то будет. Вот с двух сторон. Типа парк, что ли, сделаю. Мост есть. Красиво должно быть. Короче. Вот огромная территория, бассейн, генератор, все тут есть. Тут будет ресепшн, лобби, аквариум с рыбками. Холодный. У меня тоже такой же аквариум.
с двух сторон большой, открытый бассейн. В том блоке, кажется, открытый бассейн, сауна, хамам. Стараюсь зайти туда. Вот. Там аквапарк, теннисный корт. В той стороне тоже бассейн есть. Смотрите, какой большой бассейн. Это детский бассейн отдельный. Вот продолжение бассейна. Можно плавать, кружиться вот так прямо. И еще в той стороне есть еще один бассейн. Отдельно от этого бассейна. Сейчас посмотрим. Здесь еще какая инфраструктура. Рядом есть сеть магазинов Трия, Мигрес, Росман и тому подобное. Здесь ресторанчики всякие. Два таких лифта. Спустя минус один. Фирма Коне лифт. А здесь уже квартира. Да, инфраструктуры я пока не нашел. Здесь вот находится фитнес. Сауна ханги тарафта? Инфраструктура находится в Б-блоке. Тут что? Сауна. Ага. Так. Проверяет. Римская парная комната. Солевая комната. Это гималайский соль, кажется, камень. Здесь душевая, здесь сауна. Работает все. Так, еще что тут есть? Еще одна комната какая-то секретная. А, секретная комната. Та-дай-та-дай. Турецкий хамам. А VIP комнаты нету только это? Да. Теплые полы, да. Этот раз ролик получился длинным. Здесь переодевалки. И еще это лабиринт какой-то. Здесь закрыто. Камеры. Тут еще непонятно, что будет. А там тут что? Там, кажется, открытый бассейн. Шум людей. Да, тут купаются. Открытый бассейн, горочка. Большой. Цена 1 плюс 1, 188 500 евро. Тут таких цен нету. Цены выше 200, если что-то найдете. Так что звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарий. Всем пока-пока.